Всем привет, ребята. Выпала я в осадок на целых 2 дня. У меня было жуткое состояние. В общем, я свалилась с давлением, поэтому ничего не снимала. Сегодня день рождения Мирослава, и я надеюсь, что сегодня меня эта хандра покинет. На свете привет. Вот, и все будет хорошо. С утра встала, думаю, нужно приводить себя в порядок, потому что лежать уже нет мочи. Вот. Но мне вчера в течение дня вроде бы как нормально было, к вечеру я опять свалилась. Вот. Поэтому ничего не снимала, ничего не монтировала, ничего не снимала. Вечером со Славой уже, когда положили Мирославчика, говорю, давай делать торт. Говорю, день рождения все равно должен состояться. Поэтому сделали торт, обязательно вам покажем. Вот сейчас пойду клубничку соберу, чтобы украсить сверху тортик. Тортик будет с фруктами. Ну, у меня, как всегда, у самого лучшего блогера камера садится батарея. Так это долго, да, будет? Да. Только это не пиво, но оно обычно тут стоит. Это масло. Ну, это масло. У нас, типа, постоянно как это, постоянно эта бутылка стоит. Сегодня у нас не свинина, не говядина, я говорю, а как никогда. Просто курица. Так что вот так. Мышкина, загораешь? У нас такой сня, импровизированный стол, вот такие вот шары надул, а где-то это еще один розовый. В общем, у нас такой ветер, что я не знаю, что тут сегодня. Приготовили крабовый салат, и вот такие блины приготовила с семгой, с листом салатика. Вот. Тортик чуть попозже вынесем. Это у нас отдельная тарелка для индивидуума. Это Мишель, тут есть тоже. Ну, блины уже семга ест. Но курицу пока не будет, сказал. Ну, а салат с майонезом он никогда и не ел. Так что крабовый салат-то не его. Сейчас посмотрю, у нас уже помидорчики такие подросли. Нормальненькие так. Вот, мама говорит, не пикируй их, ничего. Говорит, прям чуть подрастут и прям так и посади. Вот, это, кстати, бычье сердце. Ну, посмотрим. Посмотрим. Что, еще можешь добавлять даже, да, Слав? Да, я думаю, что вот это сгорит и это закинуть, мне кажется, хватит. Ну, да. А там под низом еще шугли были, да? Эконом-вариант такой. Правильно. Сегодня такой ветер, что у нас это... Виноград он уже весь. Я его уже подвязывала. Слав, смотри, все белье собрала. Один этот... Гусь, утка осталась. Надо его тоже забрать. Просто куча белья была, я пособирала. Игрушки стираем очень часто. Как он их замусоливает? Сейчас отнесу. Эй, Мирослав, у тебя самый давайте. Главный, да, этот? Че кушаешь? Че кушаешь? А у него чернушка, хлеба черного. Ну да. Че, сколько внучку сегодня? Шарики что у нас летают и летают? Полгода. Все, все готово. Вячеслав, садитесь на стол, присаживайтесь. Спасибо. Черный хлеб уже на троне, все нормально. Пока есть тишина, есть у нас минут 5-7 поесть. Успеем? А? Попробуем. Директор. Так, ну что, у нас дошла очередь и до тортика. Именинник по-прежнему спит, но будем сейчас пробовать. Коржи, у нас тут бисквит, сметанный торт и внутри очень много фруктов. Сверху уже клубника, кстати, с нашего огорода. Мирослав. Амма. 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 Что, все, шарики закончились, мама. Увел, да? Ты возле шариков мама. Был? Да. Сынок. Да. А, шарики там, скажи, папа. Его же красиво, что вокруг столько разных цветов. Вот он какой, да? Мирослав, понравился тебе подарок, Мирослав? Он на мышку смотрит. И зайка пусть лежит там. Ну что? Что? Позировал так. Вот такую игрушку прикольную ему взяли, да, Мирослав?
Я ее как-то пораньше хотела купить. Она, кстати, типа, уже не будет. Не знаю, уберем. Не росла. Нравится? Класс, да? Столько песенок, сказок. Что там еще есть? И такая есть. Поехали, да? Уже красивый, да? Да. Поделился.